Всем привет, ребята! И сегодня я хочу показать все маски от доктора Кака. Извините, что я так поздно записываю, потому что я и хотел раньше, но и так давай. Начнем, конечно, с маски Джея тут. Да, это я такой подстриженный тут. Смотрите, Джей. Да, не знаю, голова. Да, я так улыбаюсь. Да, классная маска. И зубы, конечно, очень ужасные. Вот я так шевелю головой. И давайте мальчика с синими руками уйдем. Так выглядит. Так улыбается. Да, классно очень теперь. Маска охотника. Ну да. Вы можете скачать только в инстинкте от доктора Минопорт или доктора Сака. И маска ютуб-босса. Да. Теперь это маска Бетта. Лечебная доктора. Да, это Барк, Боб, Джеффа убийца. Ну, есть такая, была такая игра, может, она сейчас есть. Да, страшная маска. И маска Ребекки вот такая. Да, смешная. Маска Чарли. Маска Гранд-па. Маска монашки из Ну, 2.0, но это из старой версии. Такая страшная. Потом маска Лис. И Пеннивайза из такой скина, конечно, на клоуна. Факт, да, где факт один. Мороженщика. Я могу морозить. Да, моя маска. Ну и маска именно майка только вот такая. Маска майка только мое лицо и маска и шлем. Монашка на шее. Ну и маска мамы шея. Ну, такие маски я вам показала, ладно. Это была первая часть моей реакции на масок от доктора Хака. Всем пока.